Привет всем! Вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить Сэма крутого. Эта часть называется Mobius. Это фанатская версия игры. Очень она тоже такая интересная, прикольная. Вот. В прошлой серии мы остановились с вами вот на этом месте. В общем, это алтарь и какие-то вот на скамеечках вот эти повылезали у нас штыри. Ай, еще, блин, запутались. Что это было? Слышал? Слышал? Давай, просыпайся, уже хватит. Мы уже в эфире. Так. Всем. Ну совсем. Куда нам надо? Значит, сюда вот? Давай попробуем сюда. Дверь с магическим замком. Ну что ты нам эту хрень высвечиваешь? Не надо. Костян, здорово. Все, мы, надеюсь, вышли, уже все сделали. Хма, что ты хочешь? Что такой зелененький? Ай! Да не надо меня бить-то, не надо. Вот сюда! Так. О! А вот эти, наверное, вот этих надо нам побить. Ладно, убили мы этого охранника, ничего страшного. Уходят, они все охраняют. Честно говоря, думала сегодня, я вспоминала вторую часть Сэма, прям я как-то даже соскучилась. Вторую? Какую? Вторую? Вторую, вот да, где вот тут этот юмор, юмор такой не очень где был. Вот эту Чё часть хмэ? Вспоминала. Это вот этот нар как раз таки стоит. Какой-то полупрозрачный. Давай. Вот. Купили недавно новую мышку, вот, поэтому... И потом может сразу быть, же пышку. Может быть, нам даже как-то вот поудобнее, что ли, управлять стало, потому что старенькая уже та у нас была. И вообще она у нас сломалась. Да, она у нас сломалась. Так, а куда идти-то? Куда идти? Вот сюда, нажимай Enter и полетишь в Бермудский треугольник. Вас унитаза меньше. Шутка. Перед тем, как возвратиться, вы должны положить лист на пьедестал. Лист на пьедестал? Вот какой лист? Положи Enter. Enter. Да не там, найди вот эту пьедру. Так это не пьедестал, это просто какая-то вот статуя. Уйди. Так, в нижней части склепа мы нашли книгу о воскрешении Гнара. Эту книгу читали священникам, после чего их жестоко убивали. Книга была написана одним из магов. При создании склепа только с ее помощью можно вернуть освобожденное зло обратно в глубины склепа. Если верить ее содержанию, то для воскрешения Гнара нужно положить на каждый из пьедесталов по одному из бессмертному листку соответствующего цвета. Читая при этом страницы книги, у нас оказался только один зеленый, а местонахождение остальных двух нам ничего не было известно. Нахрен нам это чучело оживлять? Пойдем искать пьедестал. А это не пьедестал? Вот он, точно. Почему ты так думаешь? Вот они, да-да-да-да-да, вот он, давай, клади туда хрень иду. Enter. Пьедестал. Ох ты, попок. Неужели мы все собрали? Офигенная, давай. Пьедестал, давай. У вас нет соответствующего листка? Зеленый-то был? Ну, клади. Он же сказал, что зеленый мы нашли. Че, нету. Да ладно, да что, все собирать что ли? А что делать, если остальных нету? Да ничего, пойдем туда. Пойдем, похрену. А, может быть, один можно? Да, все, пойдем. Enter. Есть. Так, загрузка местности, пожалуйста, подождите. Вот, кстати, там, которые эти. Как же они? Скелеты из Клира, да, вот? Которые там ходили, у нас был в кооперативе, в последнем нашем, где мы с ребятами играли, у нас был очень такой забавный глючок. Что такое? А, вот мы вернулись, да? Ничего здесь. У нас был такой забавный глючок, то есть у нас один какой-то гнар, он почему-то остановился и стоял, то есть это был враг вроде бы как, да? Вот, и мы тогда тоже посмеялись, там, не знаю, уже ближе к концу, можете глянуть тоже, смотрели, не смотрели, ну... Очень было прикольно, мы тогда посмеялись. Не гнар, а скелет этот. Я ж тебе говорю про скелета. Я так сказала, скелет.
Гнар, ты сказала. Смотри, какой деловой, да, такой? Вот это ты был у нас с нами играл. Да, это с нами, он так прыгал там, да. Кстати, как его... Его же как-то зовут, да, еще? Давай кого-нибудь спасем. Хмель костлявый. Охрана. Зовут его Охрана. Замечательное имя. Пока тебя не было, я ходил недалеко от руин. Мне кажется, что за воротами кто-то есть. Так проверили, чучело. Необходим ключ. Шоу вон нахрен. За какими воротами? Куда нам еще можно так, подойти? Так, ну только кого-то спасти тут можно. Бессмертные листья? Когда-то я слышал о них, полученные данные с переводчика. Шоу вон. Поговори с капитаном. В смысле с капитаном? Они только одно и то же говорят. Так, деревня Зеленый Камень в поисках ключа. Бессмертные листья. Когда-то я слышал о них даже. Я даже точно знаю, что один хранится в руинах, о другом мне ничего не известно. Вся проблема в том, что у меня нет ключа от шахт под руинами. Именно там был оставлен когда-то красный лист. Этот лист был завезен сюда рабами. В надежде, что его магическая сила спасет, рабами. И им больше не придется работать в шахтах. Но вместо этого что-то случилось. Из шахт вдруг все исчезло. Из шахт все и все исчезли. И до сих пор никто не может их найти. Ключ от шахт может быть на Восточном острове, небольшого поселения торговцев. Остров за долгие годы стал очень диким, кроме остатков жилищ и большого количества разных животных, там никого нет. Но будь готов к большим опасностям. Все, что было связано с листками, всегда сопровождалось какими-то странными событиями. Видимо, мертвецы не хотят допустить воскрешения Гнара. Так, теперь нам надо идти в какие-то руины, да, я так поняла? Попёрли в руины, там мы были. Руины это вот там, что ли? Мы там были. Да? Наверное. Может быть, мы вот там всё-таки были? А, ну были? Да, пойдем к руинам тоже, но мы там были. Точно, сюда идем. Идем так, как здесь что... кого-то спасти можно. Здесь как раз закрыто, да, вроде бы? Понятно, это вот закрыто, необходим ключ. А, значит, сюда еще. А ключ у кого? А, еще сказали поговорить с капитаном. Капитан, кота. Капитан, где? Где капитан? Вот у нас там стоит назад, сзади, у тарелки. О, неужели к тарелке? Пойдем сходим, пойдем, почему бы и нет. Все проверим. Пойдем к тарелке. Монстров нет, ничего нет. Сейчас пока спокойно ходим. Это луна так близко или что это? Это какой-то камень. Или это другая какая-то планета. Камешек запихнул. Какая-то неизвестная. Капитан, нам. Ты далеко? Может, что-нибудь там... тормозной жидкости выпьем? Капитана. Так, вон они там. Так и стоят. Давай с башкой фиговой. Мы уже тут задание выполнили, а вы до сих пор стоите. А здесь нет капитана. Роб. Я могу прикрыть всех. Иди отсюда. Техник. Ничем помочь на данный момент не могу. Капитан, так ебок. Ничем помочь? Чё, капитану или что? А, нечем тебе помочь на данный момент. Хорошо, капитана нет, значит, там стоял какой-то корабль, так я думаю, может нам на корабль сходить, наверное. Может быть, нам как раз-таки туда и надо. Ну а где капитан может быть? Только на корабле. Ё-моё, чё, к нему людей сказать, что-то... Деревце, прощайся, хоть деревце убьем. Прощайся, деревце, в хлам. Мину. Ну что тут у нас? Запустить надо что-то. Процесс. О, кораблик, кстати, пойдем на кораблик. Сядем, поедем. Помчимся на паруснике. Европу. Покорять. Так, вон там что-то тоже лежит. А мы брали, наверное, это в прошлый раз. Где же эти руины могут быть? Хряк его знает. Мне кажется, вон кто-то стоит. Ах ты, вот ты, капитошка. Заныкал-то. Давай, капитан. Это какой-то пират прям. Фиговый ты какой-то. Капитан О. корабля. Да. Ты только не говори, что ты сильно занят. Чё? Корабль требует ремонта.
Как одно и то же говорит. Восточный остров. Корабль за долгое время полного бездействия немного поломался. Нужно поговорить об этом с Аланом. Техник, наверное, наш, да? Да. Я так полагаю, что это техник. Пойдем к технику. Корабль. Ты только не говори мне, что ты сильно занят. Плывем на Восточный остров, капитан. Да-да, корабль поломан. Я думаю, над твоей просьбой... над твоей просьбой только после того, как мы... любым известным тебе методом добудешь мне материалы и починишь корабль. Я над этим подумаю. Инги. Ух, вот это вот фейсик у тебя. Уже. Пойдемте к технику сходим, пошли. Он нам что-то должен сказать. У него все-таки техническое образование в башке, может быть. Вот теперь-то он нам чем-то сможет помочь. Давай, техник. Все равно не развалилось. Сколько на него надо? Три или да четыре? Да не трать патроны, у нас хрыщ вылезет моему в глаз. Задние стрельнем. А бензопила есть? О, бензопила. О, хорошо. Давай, пили камушки. Не, не хочешь? О, подстрижем. Сейчас, давай, чувачку, подстрижем волосы, технику. Выровняем. Давай, говори. Роб, так, иди это сюда. Охрана. Это техник, вот он нам и нужен. Нужно починить корабль в деревне. Давай, иди чини. Сейчас все сделаю. Шел он. О! Ты что делаешь? Да что за человек? Все готово. Мне нечем тебе помочь на данный момент. Рабочий, давай. Нечем тоже шо, помочь. Все, корабль почини, поехали. А давай охрана, мне охрана нужна. Я не могу дать тебе оружие. На него нужно получить разрешение на корабле. Шел он, пойдем. Опять на корабль, да? То есть нам надо сейчас побегать. Жизнь, что ж вы такие? Поспрашивать. Туда-сюда. Мы должны идти бить всех. А куда он на корабле? А, на руины, наверное, хочет отправиться, да? Потом на руинах мы достанем этот лист красный и какой-то ключ. Вон, смотри, бегут уже. Кто? Ну-ка, где у нас там снайперка? Смотри, что делают, а? Нападение уже на деревню. Шкуры. О, давай. Отчерыч. Нечего там ходить. Ой, замечательно. Ходить давай. Кокай их. Чего вы там ходите, клещи рогатые? Всё. Замечательно. Хорошая штука эта снайперка. Да, вообще прикольная. Далеко так она стреляет? Она нужна во всех случаях. Если не хотите, чтоб вас кто-то увидел, прицельтесь и грохните кого-нибудь. Вот так вот на войне. Жизнь, война. Ну чё, сейчас поедем на корабле по-любому. А в воду можно, да, прыгать? Нет, если что? По-моему, нет, можно. Нельзя. По-моему, можно. Давай хмэй чё-нибудь. Ну давай. Капитана. Загрузка есть, местности. Попёрли. Всё, поплывём, да? Кстати, похоже на этот, на Крудом, если честно, немножко. Да? Похоже, как считаешь? Вода такая же голубенькая. Ну, чи-чить, обезьяна, чи-чи-чи. Ух ты. Вот мы и добрались. Корабль во время шторма поломался, поэтому обратно мы не попадем. А я по этому острову лазить не собираюсь, ты как хочешь, а я буду... А я буду стоять всю жизнь на одном месте. О, нас уже поджидают скорпионы. Здесь живут великаны. Твои помощники отправились за боеприпасами и сказали что-то там такое. Понятно, в общем, с нами будут наши эти... Смотри, как их много. Поехали. Охрана. Поехали. Помчимся. Великаны. Кто они имели в виду? Великаны. Все равно монстры или какие-то новые появятся. Здесь вообще будет что-то новое? Будет. Пойдем сюда. О, смечательно. Ох, сундук. О, что такое? Выдали нам разрешение на оружие. Ой, броня. Ну, оно у нас и так есть, так что нам как-то пофигу. Дают они там разрешение, не дают. 16-миллиметровая снайперская винтовка.
Так, реактивный гранатомет. Квесты, да? Квесты. Исследовать остров в поисках луча и при возможности листа и вернуться на восточный остров. Противники один. Арахноид появился у нас в списке. Арахноид! Так, я не понимаю, почему ты не идешь дальше? Вот. Ох ты! Что? О, буржуазия! И снайперки оба, и снайперки. В голову. О, давай. В рог ему. О, прям, да взад стреляй, пофиг. Хмэй, подожди, ты а чё это до него не доходит? Походу, да, у него какое-то да это, да тебя поле. Что, не доходит, у что него ли? Поле какое-то есть. Тихо, одно. Ну-ка. Да, у него поле. Пофигу ему. У него поле на спине. Только спереди его гасить, наверное, надо. О! О-о-о-о! Ох ты, ох ты, ох ты! Понятно теперь, какие. Мы, наверное, всю игру будем тут рейв этот слушать. Будем так будем. Так, все, поехали. А он так, кстати, не поворачивается, он так стоит. Ну и пускай стоит, эй, он там что-то в носу ковыряет. И когда же я его вынят? Да подожди чуть-чуть еще. Ой, все, месиво. Бычар, нету бычар. Хрюшка есть здесь усатая. А на носу у него ноготь, как я уже говорил. Ноготь. Ой, еще смотри, спрятал. Нос с ногтем. Это замечательная кость. Может быть, не будем идти? Давай, возьми что-нибудь. Хочешь, так, он с нами на перегонке бегает. О! А! Жесть, армия А. Армия под названием А. Нихера себе, жесть. Чего у вас так много? Это пупки. Вы что, хмырели, что ли? Представь, если бы мы без кода были бы, да? Да здесь труба, здесь не выжить. Да, поэтому, наверное, лучше так играть. Пиздец. Прыщей убили, выдавили прыщи и угри заодно. Так, я что... понимаю, что кто-то сзади там тоже стреляет. Вот он. Давай. Вон там, кстати, камень сейчас на нас поедет, наверное, вот тут, видите, да? Это воздушный шар, мы на нем полетим. Воздушный шар. Это типа зомби, что ли, да, каких-то они так сделали? Хмель, очнись, что ты там стоишь? Что ты там вообще делаешь? О, пупок один бежит. Шел он. А, в кустиках сидел. Ох, спрятался. Ух, зеленые в кустиках, а. Зеленые хмыри в зеленых кустиках. Бяшка, барашка. О. Чей? Ти есть, не стреляй. А, тут еще и болотце какое-то, смотри. Оббегай их, прячься. О, зеленые шары бомби. Это то есть они плотно позавтракали, а сейчас они вырыгивают, изрыгивают все, что наели. Ой, все закончилось. Давай. Бум. Бум. Дробовик пам. Возьмем. О! Получилось. Всё, что... одним камушком придавил. Видишь, какашки какие маленькие. Обдрестался. Ох, наложил. Так, о, быки, я так быки, быков быки. Ждал. Мясца. Ох, бычарки хорошие. Плотные, толстые. Сейчас мы говяденькие-то замутим. Давай врага им. Всё. Один. Мы потом за кадром их сожрём. Втроём. А нет, техник еще, капитана еще, доктора. Всех пригласим на пир. Они их будут... Куда они меня выталкивают, не могу понять. Вы меня в воду, что ли, выталкиваете? Шли вон отсюда. Ой, эти вообще застряли, смотри. Пупки, вы что там застряли? Им надо помочь, наверное. Ты есть, прыгай, прыжок, жми. А это кто тут? А, тут еще скорпионы. Ё-моё, сколько. Так, нет, такое оружие мне не устраивает. Что мы с таким оружием? Зеленую глазную хрень возьми. Сейчас возьму. Да, что-то труба здесь. Ни в одном сэме так не было. Жесть. Какой. Да, это вообще, да, действительно. Смотри, что-то они зато... бегут и бегут, жесть. Такого не было нигде. Красноперый мутант. У тебя башка, как у нашего капитана.
только у него дерьмовое. То есть у него коричневое, а у тебя красное. Видимо, ты хорошо умеешь тужиться. Ты так натужился, что покраснел. Молодец. Тужишься, когда дерешься с нами. Так, а это что такое? Что это за место? Самка Гнара, видишь, так, она хочет тебя зажать. Так, меня вот интересует... Ох, еще и гадкий. Что за хрень там это? Возьми зеленую плазму, хрень. Тут что у нас? Что это такое? Блин, какие коды? Идите его своими кодами. Кот, какой кот? Не хочу никаких кодов. Жесть, здесь что, широком что ли? Убивай этих... Блин, смотри, сколько их. Да, ужас. Сумасшедшие. Так, против них я знаю, что... Жесть, он знает, что делается. Лучшая курица, жареная курица, да? Поэтому мы их сейчас будем всех жарить. Жаль, жаль. Хорошенечко прожаривай. У нас сегодня хороший пир будет. Бычатенько, курятенько. Супчик, холодец. Не, супчик не надо. Холодца побольше. Холодца. Жарь, жарь, гриль. Обжаривай со всех сторон. Все? Да что ты летаешь? Иди отсюда. Блин, я думала... Паскуда! Успокоились. С белыми глазами. Шкура. Все, поори мне еще. Да блин, еще бегай. Давай не каркай нахрен. Что там такое? Жареная курица бегает. Жесть, ты опупела что ли? Только коды. Какие еще коды? Код зайди в один. Позвони шефу. Ну-ка, давай посмотрим. Что там у нас открылось? Взрослый арахноид. Бесовский демон-рептилоид. Вот башка, как у нашего этого капитана. Да? Да, видишь, только... вот точно такая же у него башка. Не, по-моему, у него не такая же. Ну что-то, давай коду подойдем. Так, самка горного алудранского рептилоида. Вон, смотри, гуляет. Пойдем коду заберем. Код будем бегать смешно. Там есть что-то нажимать. Нет, код мы не знаем, какой код. Мы его узнаем для начала, потом уже. Не жаль, не жаль, елочку на Новый год оставь, скоро Новый год. Вон, смотри, какой-то этот гнар охраняет. Ну зелень, сейчас мы тебя поджарим, только жрать тебе не будем, извини, мы такое не едим. Хмырь. О, молодец, гори, гори. Может, тебе не надо было гореть? Я страшно, чтобы войти, принеси мне ключ. Чувачок, извини, что чтобы пожарили. Чтобы пройти через мост, вспомни прошлое, звезды помогут. Ошибка, смерть. Пшёл вон. Ключ, может, кот надо вести? Хмурь, у тебя даже внутри глаза все горит. Ну чё тогда, вот на этом хмыре мы здесь, наверное, тормознёмся, да? Ты сохраняйся, лезь-ка поджарь. Да поджарилась его, страж долбанный. Все, здесь мы и тормозимся. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, пока, хорошего настроения, смотрите наше прохождение. Пока.